Тамара Ерофеева. Видно, расстроилась очень после потери в мяче. И к тому же еще и упражнение, оценку ее изменили на 23-633. Сняли еще полбалла с первоначального результата. Тамара Ерофеева умеет собираться. Вообще, вот как проверкой на собранность можно считать тот случай на чемпионате Европы 2000 года, когда она приняла начальную позу в упражнении со скакалкой в равновесии и ждала больше 2 минут, пока включат ее музыку. И когда музыку все-таки включили, она выполнила упражнение идеально.